У неба на паветраным шары, самолете або мото-дельтаплане можно узняться у гэты выходные у музеи народной архитектуры и побыту под Минском. Организаторы улетного фесту, профессийные пилоты, пропонуют окунуться в атмосферу минулых годов и отчуть себе ретро-летчиком. Будут показательные выступления авиации. Это выброска парашютистов, там воздушный бой, пролет самолетов. Все, кто к нам приедут, наши гости, могут покататься на любой единице воздушной техники, которая здесь будет участвовать. Самолеты авиационного центра «Даймонд» здесь будут показывать свои показательные выступления. Это такие уже профессиональные самолеты, на которых можно обучиться пилотированию и стать уже там настоящим, чуть ли не коммерческим пилотом. За спиной у нас мото-дельтаплан находится. Это самая такая веселая, интересная, интересный, экстремальный, воздушный мотоцикл. Даже по виду похож на такой трицикл. Фестиваль пачнется завтра о полдні. Можна будзе разам з дзецьмі запусціць папяровую ракету, а для дарослых будуць арганізаваны палёты над ваколіцамі Мінска.